Пытаешься продать свою технику сам? Не трать время и нервы. Сдавай в «Титан» и получи деньги сразу. «Титан» – для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Октябрьском проспекте камера зафиксировала, как водитель 14-й въехал в «Калину». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Октябрьском проспекте водитель «Калины» решил пропустить пешеходов и резко затормозил. Водитель 14-й среагировать уже не успел. Да. Не успел затормозить. На улице Пугачева доставщик роллов на «Матизе» выкатился на дорогу и спровоцировал ДТП. За рулем седана, который ехал по главной дороге, была девушка. Она не пострадала. На улице Ленина опасный водитель на «Тойоте» выехал на дорогу и резко вильнул налево. Можно помнить этого тортика. На студенческом проезде пешеход стоял и резко побежал под колеса машины с камерой. На Октябрьском проспекте разгневанный пешеход ударил иномарку. Видимо, мужчина был расстроен, что водитель иномарки чуть не сбил его и его спутницу. Судя по кадрам, была и ответная реакция водителя. На улице Комсомольской нарушитель на «Мерседесе» проехал на красный сигнал. Вообще на красный взял и проехал. На улице Свободы появился водитель, который по тротуару заезжает во двор. По словам автора видео, разрешенный подъезд к дому есть, но мужчина его игнорирует. Михаил Вагин, место происшествия.